А перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать, что Саша Ричков все равно опять давно со мной не снимается. Так что я приношу свои извинения. Приятного просмотра. Так, здесь должен найтись автобус. Так. А вон же я его нашел. Как раз таки уже мне подготовили. Так, надо забежать. Хорошо. Блин, тут столько машин, тут крыш шумит. Так. Ой, я забыл поздороваться. И всем привет, с вами я, и вы на канале Супер Максим. Сегодня мы будем играть в The Bus, да, и вы достались. Моя работа водителем и поездка на автобусе в The Bus возвращается. Ура, ура, е-е-е. Ну что ж, мы сегодня будем кататься на каком-нибудь новом автобусе, а не на обычном, но это не так. Так, ресторанчик какой-то. Так, ну мы как это обычно Берлин, вот везде тут, я еще пропрыгиваю тут. Красный, блин. А, ой, спасибо. Мы бегом быстрее. Не надо, я же чуть немножко опоздал. Вон там мой автобус стоит. А я должен на нем работать, а я тут прогулялся тут. Я пораньше вот выехал на работу, чтобы не опоздать. Вообще, тут вот там мой. Кстати, смотрите, что это? Это уже Mercedes-Benz и Китара, но это теперь я больше не буду называть. Это и Ситара. Ну да. Да, вот такой он там. Какие-то автобусы. Так, ну мы, конечно, вы не знаете, как мы сегодня вот поедем по второму маршруту на Mercedes и Ситара. Вот мы сейчас на нем поедем. Давайте откроем дверь. К сожалению, это электробус такой. Ну да, но мы там водили даже. Так, ну не знаю, давайте. Так, ну что ж. Так, ну что ж, давайте запускать автобус. Включаем электрооборудование, запускаем программу. Так, ну это я знаю. Привет, привет. Ну это уже все. Работа быстро продажи. Ну нет, чуть-чуть плохо, не нажимается. Ладно, давайте будем с продажным билетом. Я лучше с продажей буду. Так, пин продавца 3586. Вот это окей. Линия 4. Но мы же по второму, кстати, поедем. И тут тоже 4. Окей. Прибытие. Ну давайте так нажмем. Ну что ж, давайте все-таки вон он горит наш табличка второго маршрутика, как говорится. Ну что ж, давайте откроем дверь. Пока что мы не завели наш автобус, но он, кстати, кстати, на электродвигателе работает. Даже субтитры работают. Привет, мне нужен, так, мне нужен билет. Так, ну хорошо, билетик-то билетик. Так, 20 евро. Так, у меня совершенно 10. Так, разовый билет АБЦ, разовый билет, наличные. Так, ну что ж. Так, ну что, до свидания, пассажир. Давайте заведем двигатель. К сожалению, вам, наверное, будет не слышно. Я все-таки сделал звуки погромче. Я, кстати, опять не использую заставку. Потому что я же, вы же, я же, вы же, я же, тут же реклама, я же рекламу сделала. А я вот там после заставки главное не должен сделать. Так что это все-таки не стоит мне такое делать. Ладно, смотрите, как мы едем. Да, звуки такие двигатели. Ой, смотри, что-то делать. Ой, вы видите, что с этим, ну что это он делает? Игра будет так лагать, конечно же, но мы все-таки так будем ездить вообще тут. Так, ну мы там стоим в сафоре. Так, что-то мне это. Так, что-то камера не горит. А вот здесь что-то тут видно. Давайте посмотрим салончик. Что-то у нас там есть. Вон в салоне, пожалуйста. Мы сегодня опять едем на... Так, ну ладно, давайте не будем смотреть на салон, надо же вперед, надо же еще вперед смотреть, а то вдруг куда-нибудь столкнемся вообще. Ой-ой-ой. Фух, ну и лагает, конечно. Так, проедем, но, к сожалению, на 35-ку я доеду. Так, ну, и тут тоже зеленый, и тут тоже включаю поворотничек. Так.
Вот так. Господи, как же я уже давно сказал, ой, а тротуар задел. Так, а тут у нас заторщик, но тот уже тоже зеленый. И вы видите, как игра тормозит. Ну, конечно же, он тормозит. Так, ну что вы не едете? Давайте я вот здесь проеду. Ой, я что-то свечку задел. Ну, я, короче, что свечные машины не задел. Ой, сюда надо 30 гнать, ё-моё. Так, ну что ж, едем. Пока на 30-ку. Едем. Нормальненько. Так, ну что ж, проезжаем. А это налево. Блин, ну уже красный. А хотя ладно, лучше проеду. Ой, я сзади. Ой, не на не. Ой, простите, ребятки. Да все, да я уже опал, да. Ой, чуть не задел. Да блин, извините, я такой, ага. Я спешу тут везде. Да, тут такой. Короче, ладно, я пока что. Блин, еще и здесь обгоняю машину перетрёвки, вот блин. Короче, я сегодня везде тараню тут. Короче, я сегодня смешной водитель, и даже тут тараню машины. Короче, сегодня какой-то краш-тест. Ладно, не будем какие-то аварии делать. Ладно, все остановим. Ладно, пока поставим на паузу, когда мы приедем на остановку. Так, ну мы уже почти подъезжаем, осталось здесь 50 метров до остановки. Кстати, она, вот она там. Наверное, это станция метро? Или что там? Смотрите, какой город такой нормальный, Берлин. Все-таки мне нравится такой город. Останавливаемся. Так, все-таки второй маршрутик. Так, второй массив. А да, что-то я даже я могу не автомат, да, что-то оно автоматическое сказала, а я не могу. Я даже ноги не двигаюсь, когда вышел. Так, та-дам. Так, карты надо оплатить. Хорошо. Билет за короткую поездку. Ну, наверное, я АБ все-таки куплю. Или нет. Давайте я лучше БЦ. А что? Ну, лучше АБ. Билет за короткую поездку. А вот так. Сигнал для как лучше оплатить. Сделать. Так, вот билетик. Так, ну что, до свидания вам, пожалуйста, девушка. Ну, то есть девушка. Ладно, все, закрываем дверь, а это там... Да не закрылось? Ну, закрылось. Хорошо, ну тут дверь надо за дозор включен. Так, все, связываемся с остановки. Так, не прямо. Так, о, зеленый. Встаем перед этим, за этим кузовом. Ну, даже зеленый кузов все-таки. Так, здесь уже надо дальше двигаться со скоростью 37. Так, едем. Так, сбавляем 40. И вот даже такой спидометр, и даже вот билет там. Так, все-таки едем. На Мерседесе и Ситара. Как бы и Китара, но теперь такого слова тебе больше не повторится. Все, надоело такое слово и Китара. Открываем двери. Следующий остановки. Сара, я все-таки перед ним ехаю. Я, ну, видите, что там людей никого нет. Давайте закрывать дверь. Закрываем. Дверь уже сама закрылась, так уже зеленый, блин, надо быстрее успевать, расстрелять, давайте. Ну, я чуть-чуть быстро ускорился, но хорошо, что я, да, но я немножко повышаю. Ну, надо на 35, уже сбавляется. Так, ой, нас сюда, нас прямо. Ну, уже я вижу там на асфальтах нарисованные стрелочки. Да, но я же их по ним ориентируюсь. Тут же красный загорелся прямо на карте, направо. Так, ну что, ну я пока не туплю. Ну ладно, давайте пока поставим на паузу, когда загорится зеленый. Так, зеленый, пожалуйста, можно ехать. И сюда можно перестраиваться. Ладно, я сейчас не включу поворотик, но лучше хочу его включить. Так. Аккуратненько, хорошо, что там, ну, машина как-то остановочка.
Блин, ребят, я, кстати, уже автобусы я снимаю уже здесь, в реальной жизни. Я ищу тут электрички тут снял, это же рейсовый автобус, рейсовый, да, помните, я там в воскресенье снимал, там, 5 февраля. Я снимал там двоим электричку, для четырем, и даже рейсовый автобус Рафа. Да, все-таки мы давно не, я не видел этого рейсового автобуса. Кстати, обещают построить здесь маршрут от Москвы до Самары через Петропавловск-Камчатский. Тобой Господи, то что я все время задеваюсь? Кого там будет проходить? Да, красиво. Да, там. Да, ну, кстати, рашечки тоже там ходят до Выборга. Они же там, ну... Ну да, но если... Ну, сегодня вообще тут прикольненькие. Так, билет за короткую поездку. Хорошо. Так, билет за короткую. Так, наличные. Значит, просто за деньги оплачивать. Так, ну что, нажимаем стрелочку, закрываем дверь. И уже сама, уже задняя закрылась сама. Отправляемся. Включаем. А я там, когда поворачиваем сюда, мы, я забыл включить. Или нет. Так, все поворачиваем. Никто не едет, а с этой... А здесь уже затворы. Вот я, наверное, там опять старанен. Ладно, все, поехали. Давайте смотрите, какую максимальную скорость мы сейчас будем набирать. А, смотрите. Кровь вертится туда-сюда, а там светофор. Вот так это так, красная машина там вертится. Что за хаос такие? Ой, не остановимся. Да, вон я еще тут поронялся. Тут. А он зеленый. Он ехать, давайте быстрее. Такой гудочек у меня есть. Да, все-таки прикольно, и здорово. Я и нажимал встречку. И это тоже. Он опять-то болтается, а грузовики нет. Только легковушки. И мне казалось, что ты так немножко вертится. Ай, ты, блин, столкнулся и врезался здесь. Забор и снежнак. Ой, черт, ну смотри, забыл. Ой, да что я все меня сюда поворачиваю? Что-то меня не пускает. Эх, да что такое? Эх, да хватит. Да что вы меня не пускаете? Ну давайте выпускайте меня и давайте мне надо сажать пассажиров. А тут никого нет, значит, закрываю эту дверь. Давайте подожди, когда это вот это закроется. Все-таки она автоматическая. Так, все закрылось. Тут, может, для колясок, для детей, и еще для инвалиды могут тут выходить. Ну, видите, там значок вот у этой задней раздвижной двери нарисован. Ой, приглушаю. Ой, чуть не смогу не столкнуться. Так, все-таки нормально. Вообще тут. А кстати, я... ладно, лучше больше ничего, никаких историй были, ничего не рассказывать. Да, я еще трамвай, не да, еще какой-нибудь другой сниму. Я не знаю, там. Так, ой, зелененький, о, какие дороги! Ну что это тут вообще такие все? Еще потаранился тут везде. Так, останавливаемся, открываем двери. О, да, открывается. Видите, как тормозит игра все-таки. Здравствуйте. А земле, пожалуйста. Он там говорит. Так, 24-й часовой билет. АБ. Метавод карты, хорошо, темная карта. Так. Что вы тебе привет говоришь? Здравствуйте, можно ли? Так.
20 евро я сдаю. Так. Так, значит. Так. Ай, стоп. Так, 24-часовой билет АП, АП, 24-часовой. Это наличные. Так, все, вон печатает за билет. Все, до свидания. Это что-то пассажир, тут что-то привет сказал. А здравствуйте, вы не можете разговаривать с водителями? А, что такое? Что произошло? Ага, ну понял, дверь что-то не закрывается. А сама ты бы не могла закрыться, вот что ли вообще? Да я же ключник не включал. Так, ну надо сидеть теперь очень осторожненько. Ой-ой-ой-ой-ой! Как мы сейчас не упали. Ещё. Так. Так. Чуть нигде не столкнусь. Так, и еще одна станочка. Мы, кстати, же когда-нибудь уже скоро приедем на вокзальчик. Опять тут самый. Открываем все двери. Давайте посмотрим из салона, как он будет закрываться. Много? Доброе утро. Закрылась дверь. Кстати, я могу и авто, я могу еще и сам открыть. Смотрите. А нет, это я передний открыл. Слушайте, смотрите, я могу сам открыть. Давайте закроем передний. Закрыл. Вот, смотрите, как закрывается. Даже горит красная лампочка на нет. Так, ну что, давайте все показал вам. Давайте быстрее уже ехать. Так. На следующую остановку. Ой, тут заторище. Ну ладно, давайте ждать будем. Да, когда я уже начал начинать паузу делать, уже там поехали. Уже красный. Хотя проеду. Но нет, спасибо, не хочу уже ждать. Уже 10:11. Мне надо в 10:11 приехать. Как, кстати, я ровно приехал. Так, так. Что вы тут приезжаете на красный? Давайте, да что вы тут вообще забыли тут на красный приезжать? Hi. Hi. Что я при... Да, вот заругаются мне пассажиры, которые входят мне. Еще тут они еще хотят... Еще заругаются, потому что я на красный проехал. Вон я дурак. Так, наличные. Чуть мне уже надоело платить. А, стоп, нельзя. Всё, занялось. Она же сама закрылась, я забыл. Проверить. Ладно, давайте я уже, когда мы... Давайте я на следующей остановке поеду на паузе. Лучше. Ну все, давайте. Там. Сейчас, давай. Когда я приеду на следующую остановку, я включусь. Ну, здесь еще такие автобусы даже есть с гармошечкой. Но когда-нибудь серию мы еще выпустим, даже они могут за четырьмя дверьми, да. И даже вот на это могут три быть двери. Так, три двери может еще быть, и четыре. Так, ну, о, так, это остановка. А, кстати, после этого, и потом, конечно, это будет. Так, ой, 17:30, ё-моё, надо быстрее спешить, ой, ё-моё, надо успеть доехать. Так, ну ладно, я тогда буду быстрее, ой, да блин, красный, не буду ждать, да всё уже, счастливо оставаться. Я уже подъехал к этой остановке, но я тут вообще нёсся, ещё на одну минуту опоздал. Так, всё, хватит, я уже надоело платить. Так, всё, следующая остановка, конечная. Hi. Да, ну остановка... Что-то напись «Привет» там уже ещё стоит. Ну ладно, когда... О, уже всё исчезло. Так, аккуратно. Ой-ой-ой. Так, едем. Мы уже доехали. Уже в этот раз. Заезжаем. Так. Конечная остановка. Уважаемые пассажиры, можете выходить. Просьба освободить салон автобуса.
А что не открывается? Ладно, открываем. Все, выходит полный народ. До свидания. Да-да-да, до свидания. Закрылась дверь, а там еще пассажиры остались. Выходите быстрее. Давайте, освободитесь в салончик. Все, маршрут завершен. Так, ну что, все вышли. Ну что ж, давайте так. Свист, салон освобожден. Ну что, закрываем заднюю дверь. Такси, до свидания, тут пассажиры. А я поехал на Астонии. Кстати, мы опять на то самое место приехали. Сейчас мы заедем сюда. И буду уже заканчивать. Кстати, идите еще сели на этом Мерседесе, электробусе. С гармошкой, вон, мы еще будем на нем кататься. Да, там я видел такие. И мы будем на них кататься. Ой, все, стоп. Надо чуть-чуть назад. Все, вот так встанем. И давайте. Так, ну что ж, уже горит это. Давайте все-таки выключать наш автобус. Выключаем полностью. Так, и даже ручник используется. Ладно, давайте так оставим. Так, что здесь у нас дальше? Так, как открыть эту штуку? Вот это, так, что это? Так, как... Так, си, все. Стою тут, открываю, получается, дверку. Ну что ж, мы сейчас будем заканчивать видеоролик, так что... Вот так, покатаясь на этом автобусике, там... Ну, короче, все было окей. Если вам понравилось это видео, то всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Даже не забудьте нажать на колокольчик, даже скачайте Яндекс.Карты из Блокиз, пожалуй, еще. Ну и всем пока-пока, и ждите другие видосы. В реальной жизни тут еще много выйдет когда-нибудь. Ладно, все, всем пока-пока.